Всем добрый день! Сегодня я покажу дизайн ногтей акриловыми красками. Дальше приступаем к дизайну. Дизайн я буду делать акриловой краской, вот такой вот белого цвета. Буду использовать вот такую тонкую кисть. Также немножко набрала воды, чтобы кисть вытирать, если будет нужно. И немножко, чтобы развести краску с водой. Мне так просто удобнее работать. Можно не разводить, у кого там жидкое или кому удобно как работать. Вытираю хорошо кисть и приступаю к дизайну. Thank you.
Финишное покрытие мы покрыли в один слой, но на ноготке, там где дизайн, можно покрыть второй слой финишного покрытия. Это делается для того, чтобы краска дольше носилась. Также покрываем и просушиваем в ультрафиолетовой лампе 2 минуты. Хорошо запечатывая торец ногтя. Потому что как раз с торца она вытирается в первую очередь. Хорошо запечатали и отправляем в лампу. Сегодня мы рассмотрели дизайн с использованием акриловой краски. Дизайн был сделан на прозрачной основе. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующих моих видео. До скорых встреч!